Вам спасибо за поддержку. Едьте, смотри, снимай, снимай. Ну вот, видите, специальный клиент. Да, но вы же видите, где дорога. Это тротуар, даже люди. Ну не могут же люди идти по дороге. Ну, вот, все понимаем. Возвращайтесь потихонечку на дорогу. Спасибо большое. До свидания. Молодцы, мальчики. Одобряем. Девушка. Просто послушайте, это тротуар на будущее. Просто женщина. Женщина, женщина, женщина. Здесь люди ходят, понимаете? Ну, посмотрите на секунду. Это не дорога, дорога вот, а это тротуар. Здесь ходят люди, плохой пример. Дорогу. Вы что, не понимаете? Посмотрите назад, здесь люди ходят. Это тротуар, а не дорога, женщина. А вам по тротуару ехать? Девушка, стойте. Девушка. Девушка, зайдите, пожалуйста, назад. Слушайте, это тротуар, где люди ходят. Я понимаю, а по дороге можно я проеду? Ну, можете, пожалуйста, назад сдать? Я ну, перед не вами, смотрите, назад, сзади ее чемодан человек. Нет, а здесь три идут. Ну что, меня просто пропустите? Понимаете, если вы начнете давить, мы вот такой стикер замечательный подарим лобовое стекло вам. А с ним будет очень неудобно ехать. Лобовое стекло, я клянусь, вас всех убью нахер. Да не надо, убийство карается законом. Тихо. Женщина. Вы можете не давить? Понятно? Вы не кричите. Давай, что ли, охренели? Вы что, вообще что ли охренели? Вы едете по тротуару. Вы что сделали вообще? Вы зачем вы ее набили? Людей, а потому что вы ехали на людей. Вы зачем ее набили? Отделите нахер. Конечно же не будем. Зачем? Вы задумайтесь в следующий раз. Эй, моя вода, уйди. Дай сюда. Вы что делаете? Зачем вы девушку-то обливаете? У вас есть какая-нибудь штука, чтобы убрать эту херню? Ребят, добрый день! Вообще звучит стоп-факт. По дороге по тротуару люди ходят. Я понимаю, вот смотрите, по дороге можете объехать. Это лишние 5 секунд, 10, все, не более. Правда. Твоя камера, ты вроде лишняя, да? Да? А у вас машина лишняя? А? У вас машина лишняя? Очко пару. Что? Очко пару. Ничего не слышу. Не могли бы вы, пожалуйста, вернуться назад на проезжую часть? По тротуару их нехорошо видеть, сколько людей ходит. Без проблем, давай я вот здесь развернусь. Нет, пожалуйста, можете вернуться назад. Некрасиво получается подошли пешеходом. Я вот сюда заеду, развернусь и обратно поеду. Потихонечку езжайте назад. Я вот как, задом, что ли? Да, конечно, потихонечку. Вы же видели, что здесь люди ходят. Зачем же сюда? Спасибо большое, удачи. Девушка, что ты делаешь? Что у тебя кошка? Девушка, что вы творите? Что ж вы делаете? Да. Девушка, зачем все так? О, как хуёво-то вам будет, ребят. Не упадите. Смотрите, есть? Назад езжайте! Блядь, это блюд сказала нахуй сейчас! Машину не трогай, долбоёб, блядь, я на заправку еду, сука, дебилы, блядь! Назад, вставай! Нахуй, отошли от машины, это давлю сейчас всех! Тихо! Пускай она сейчас остановится, идиот! Заправились, полный бак, наверное.
гандоны малолетние, блядь. Хуйнёй страдают, работой занимаетесь, хорошо, а не хуйнёй страдаете хорошо, в это время, блядь. А вы как заработали на эту машину? Насосало, блядь. Вот это поворот! О, правда всегда радует. Все, хорошо, удачи.